Акции протеста против карантинных ограничений в период пандемии коронавируса прокатились по всему миру – Дании, Перу, Германии, Ливане, Австрии. Так, в Вене около 5000 человек вышли на улицы, протестуя против правительственных мер по борьбе с коронавирусом. Акция состоялась, несмотря на запрет на любые массовые мероприятия, введенные полицией в выходные дни, по причине того, что большинство участников предыдущих антикарантинных протестов намеренно не носили маски и не соблюдали социальную дистанцию. После того, как собравшиеся отказались расходиться и вместо этого направились маршем в сторону австрийского парламента, полиция начала проводить задержания. Протест правительственным мерам по борьбе с COVID-19 выражают и в Амстердаме. На улице города вышло порядка 600 демонстрантов. По сравнению с прошлыми выходными, когда акция протеста переросла в серьезные беспорядки, в этот раз люди несли цветы, пели песни и пускали в воздух мыльные пузыри. Несмотря на это, полиция оперативно разогнала протестующих перед музеем, на который собрались демонстранты. Протестующие обвинили в несоблюдении предписанных правил безопасности и социальной дистанции. Сотни людей вышли на улицы Лимы в знак протеста против изоляции, объявленной правительством на фоне нового всплеска инфекции COVID-19. Протестующие прошли через исторический центр столицы Перу с различными транспарантами, осуждающими голод и страдания, вызванные прекращением деловой активности из-за ограничений, введенных властями. С 31 января по 14 февраля в крупнейших городах Перу, Лима и Кальяо, еще в 8 провинциях, будет ограничена деятельность, связанная с поездками, массовыми собраниями и бизнесом.